По улице мчится милицейский фургон. Из фургона выходит Верзила. Идет за капитаном. Шурик с ведром выходит из здания с табличкой «Склад». Бытовка, прорабская СМУ 61. Прошу. Выходит мужчина с пробковым шлемом в руке. Поддерживает под локоть выходящего следом Верзилу. Осторожно. Проходит мимо доски почета. Прежде всего, я хочу познакомить вас с нашим замечательным коллективом, в который вы временно вливаетесь. На сколько вливается, товарищ? На полную 15. Ага, полторы декады. Это замечательно. Ну, все хорошо. До свидания. С обедом не опаздывайте. Да-да. Капитан отдал честь. Я уверен, что эти полторы декады пройдут у нас с вами в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. Верзила стучит пальцами. Ну-с, так. По шлему прораба. Пробка. Подарок из Африки. Да. Прошу сюда. Прораб держит Верзилу за руку. Тот балансирует на рельсе крана. Силой своего воображения представь себе, какой замечательный жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит. То есть ровно 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года. Прошу вас. Так, минуточку. Прораб приподнимает доски. Верзила проходит. Все в порядке. Верзила доел эскимо. Романтика! Вытирает руку о куртку прораба. А если взять по этажу за первый квартал и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня. Или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «собор Парижской Богоматери». Какой-какой матери? Парижской. Сидят на парапете строящегося этажа. Богоматери. Верзила смотрит вниз. Прошу. Округляет глаза. Внизу Шурик. Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, одному такому городу, как Чита, 10 таким городам, как Хвалынск, или 32 крыжоплям. Дух захватывает при одной мысли, что... Верзила сворачивает в комнату. Выходит из другого прохода, натыкается на прораба. Чем в Америке? Таким образом, и вы сможете внести свою посильную лепту в трудовые свершения нашего родного СМУ. СМУ в переводе означает строительно-монтажное управление. Какое-какое управление? Монтажное управление. Я готов. Спасибо. Верзила ведет на стройку. Верзила выбегает из корпуса. Бежит к фургону.